Здравствуйте, мы с вами на фестивале «Яндекс.Демодуляция». Ни для кого не секрет, что чем оборудование старше, тем больше заботы, обслуживания и наладки оно требует. Но как обстоят дела на самом деле? Давайте узнаем. Видеомагнитофону 50 лет примерно. Родные пасеки резиновые износились и даже, ну как, развалились скорее даже от времени, просто они даже не особо изнашивались. Мы заменяем их печатными, используем аддитивные технологии, FDM-принтер, который печатает термопластичным полиуретаном. Но проблема. В этом видеомагнитофоне много деталей, которые греются. А этому самому полиуретану после 50 градусов становится плохо. А греется он спокойно до 60-70. Попытка пасек добавить охлаждение вон там. Оно было предусмотрено изначальной конструкцией? Нет. Собственно, это наш костыль, потому что иначе печатные пасеки здесь использовать не получится. Для неподготовленного человека может показаться странным, что две бобины одного магнитофона находятся на разных уровнях. Давайте спросим Алексея, чем могла быть продиктована такая конструкция. Всем привет. В общем, продиктована она одной простой вещью, что нужно, чтобы дорожка двигалась по серпантину от верхнего края ленты до нижнего. Поэтому логично, что нужно, чтобы лента опускалась и поднималась с одного уровня на другой. Есть два варианта решения этой проблемы. Либо бобина находится на одном уровне, и в таком случае сам барабан ставится под наклоном в 2-3 градуса. Но есть второй вариант, это сделать двухэтажную конструкцию, при которой барабан будет ровно перпендикулярно стоять плоскости, но зато сами бобины будут находиться на двух разных уровнях. Насколько сложно ремонтировать такие механизмы и как часто это приходится делать? К сожалению, приходится довольно часто, потому что механизм не самый надежный. Эксплуатация показала при долгих прогонах выход за пределы рабочих режимов при перегреве. Также в силу того, что аппарат собирался из десятка других, и что является нормальной практикой в телецентрах, есть некоторая несовместимость плат, есть некоторые сложности с неудачной конструкцией самих плат. Есть проблемы общего характера, что отсутствует нормальная вентиляция в этом аппарате, в том числе принудительная. Подразумевается, что магнитофон сам в себе должен вариться и никак охлаждаться принудительно не должен. Это вызывает ряд отказов. Вчерашний день показал, что чем больше идет разогрев, тем хуже становятся дела. Но при помощи удлинителей на блоке питания все эти проблемы оперативно решились. В общем, как вы можете наблюдать, горячих штучек на демодуляции предостаточно. Ваши ощущения от Тетриса? Меняются ли они со временем? Да, в принципе, нет. На самом деле, Тетрис, что был там, ну, в детстве, да, что сейчас ощущается одинаково. Игра просто с бесконечной реплей-абилити. То есть можно в него играть снова и снова, и все равно это будет интересно. Быстрые, верные и точные подсчеты – это важная часть человеческой жизни от школы до работы и повседневного быта. Сейчас я хочу спросить Сергея из Музея советских калькуляторов, бывали ли у калькуляторов ошибки? Если да, то какие? Да, есть ошибки и есть недокументированные возможности. Например, если взять программируемый калькулятор МК-61, есть даже отдельная наука, эрология, которая исследует ошибки в микросхемах калькуляторов. Но большинство инженерных калькуляторов в Советском Союзе были наиболее точными, то есть нам есть чем гордиться. Это радует, что мы с давних времен и по сей день можем подсчитывать все до копеечки. Один из знаменитых кибермузеев, что в городе Муроме, не нуждается в представлении. Спросим его посетителей о первых впечатлениях. Ну, на самом деле, экспозиция музея здесь далеко не полна, но здесь и есть интересные экспонаты.
тот же Sprinter с новомодной игрушкой с черепахами, Пентагон, ну и Скорпион, всем известный, в уголочке стоит. Вот. Очень интересно. Хорошо, что они приехали. Наконец-то можно хотя бы часть поглядеть, потому что до Мурома не очень удобно добираться. Вот. А вообще, в общем, демодуляция очень интересно организовали они сегодня. Сегодня очень много экспонатов, которые прям работают, их можно потрогать. И что интересно, в этом году больше активностей для детей. То есть детишек тут гораздо больше, чем на прошлой демодуляции. И гораздо больше всяких мастер-классов. Это, в принципе, хорошая тенденция. О важности точных подсчетов, как никто другой, знают и сотрудники музея Банка России. Но поскольку работа сотрудников, связанных с деньгами, будь то бухгалтеры или инкассаторы, связана со строгой отчетностью, предлагаю все же поговорить о красоте денег. Светлана, скажите, пожалуйста, какая у вас самая красивая, самая любимая купюра и какие красивые купюры вы можете показать здесь на вашем замечательном стенде? Спасибо, прекрасный вопрос. На самом деле, каждая купюра отличается своей собственной красотой. Да? В истории нашей страны было очень много красивых, разнообразных банкнот. Каждый из них отражает свое время. Ну и вообще, конечно, приходит сейчас на ум памятные банкноты Банка России, которые вот в последние годы вышли, да, они и особенной красотой отличаются, и какие-то знаменуют, отмечают, да, важные события в истории России. Вот. Но я, раз вы задали такой прекрасный вопрос, хочу вам показать вот такую брошюрку «Бумажные деньги», их прозвище, да, это Музей Банка России подготавливает. Да, здесь можно увидеть и фотографии некоторых банкнот, самых разных, разнообразных, которые были в нашей истории. И приходите в Музей Банка России, да, записывайтесь на экскурсии на нашем сайте, в телеграм-канале, и мы вам покажем банкноты во всей их красоте. То неловкое чувство, когда у некоторых роботов зрение лучше, чем у тебя. А буквально еще чуть-чуть, и это железо сможет брать интервью вместо меня. Давайте спросим Павла. Как развлекаются зрительные роботы на досуге? Может быть, они разгадывают оптические иллюзии? Нет, оптические иллюзии не разгадывают. Чем же тогда могут увлекаться роботы помимо основной работы? Отдыхают. Логично. Спасибо. Музыка услаждает слух, помогает отдыхать и радует мозг, тело и душу. Сейчас я хотел бы задать один вопрос, который лично меня очень давно мучает и не дает покоя. Мы на выставке Дома винтажной музыки. Скажите, пожалуйста, почему виниловые пластинки и диски вращаются по часовой стрелке, а кассеты и катушки против часовой? Что вы думаете по этому поводу? Не все виниловые и шеллаковые пластинки вращаются по часовой стрелке. Ничего себе! А какие-то примеры есть, где они, например, идут против часовой? Да, приходите в Дом винтажной музыки, и мы покажем вам аппаратуру, которая в другую сторону вращается. Какое направление по душе вам больше, по часовой или против? Мне по душе музыка 60-х годов. Конфиденциальность данных и защита – тоже важный аспект современной жизни, особенно в стремительно развивающемся цифровом мире.
Алиса, скажите, пожалуйста, часто ли приходится переубеждать людей сменить простые пароли на более сложные? И почему не так много людей соглашаются это делать? Видимо, это для вас больной вопрос. Это действительно больной вопрос. Приходится просить чаще, чем хотелось бы. И вообще заниматься просвещением людей по поводу безопасности в интернете. Ведь все... Как мы знаем, все то, что остается в интернете, остается там навсегда. И об этом нужно задумываться как можно раньше. Мне, например, даже немножко стыдно за свои фотографии с 2008 года, поэтому я бы хотела о цифровой и информационной безопасности узнать гораздо раньше. Нам свойственно не изменять паттерны своего поведения, и мы привыкли к комфорту и удобству. Ведь для того, чтобы менять пароль на более сложный, нам приходится постараться, включить больше нейронных связей, вот. Но если люди придут в музей криптографии, они узнают гораздо больше о защите своей информации, превратят создание пароля в настоящую игру. Граждане, храните ваш контент в надежном месте и под надежным паролем, чтобы корпоратив с пьяными бухгалтерами не стал достоянием общественности. Сейчас я хочу задать сотруднику Музея часового дела Беларуси Ольге один вопрос. Скажите, пожалуйста, белорусские часы тикают как-то по-особенному? Конечно, особенно часы Минского часового завода и бренда «Луч». Они тикают с добротой, с народностью, с традициями уже целых 70 лет. Скажите, пожалуйста, как появилось название «Луч», с чем оно было вдохновлено? Знаете, это очень сложный вопрос, потому что название «Луч» появилось в 1965 году. И, честно говоря, мы до сих пор не можем понять, от чего именно «Луч». Наверное, «Луч», потому что мы светлый бренд, добрый бренд, яркий бренд, бренд для людей, бренд для народа. Еще, насколько я помню, из геометрии у «Луча» есть начало, но нет конца. Пусть точно так же будет и у вас. Спасибо большое. Связь не менее важная сфера жизни, потому что она позволяет своевременно обмениваться мнениями, информацией с близкими и нужными нам людьми. Мы здесь находимся на выставке Музея истории телефона. Тамара, скажите, пожалуйста, здесь представлено очень много разных образцов, и красивых, и функциональных, и совершенно необычно выглядящих. Какой из экспонатов достался вам труднее всего? Труднее всего нам достался экспонат ЛК-2 от Леонида Куприяновича. Он у меня за спиной. Вот он. Почему труднее всего? Потому что мы его сделали сами к пятилетию нашего музея. И это прототип мобильного телефона СССР 1958 года. Без людского труда, мне кажется, наверное, половина сегодняшних выставляемых объектов не возымела бы новой жизни.
Центр альтернативно одаренной электроники в первую очередь радует своим названием, но не в последнюю своими экспонатами. Владимир, скажите, пожалуйста, где вы нашли так много красных светодиодов? Я вообще сюда подошел к владельцу этого релейного компьютера, чтобы спросить, как у него дела с гидрореле, потому что у него есть еще компьютер на гидрореле. А как примерно это может работать? Я понятия не имею. Я как раз к нему подошел спросить, как это работает и куда завела его эта история. Загадочность тоже прекрасная черта. Вдвойне приятно видеть на выставке представителей высших учебных заведений. Мне хочется поинтересоваться у представителя студенческого конструкторского бюро Университета науки и технологий МИСИС Анастасии. Расскажите, пожалуйста, об этом металлически-технологическом воплощении. Что оно собой является и что для чего используется? Этот робот борется на международном чемпионате «Битва роботов». Собственно, мы его привезли показать, какой он в жизни, потому что на экране они кажутся игрушечными. Но на самом деле это 110-килограммовая махина, которая развивает скорость вращения орудия больше 3000 оборотов в минуту. Если посчитать кинетическую энергию, которую он развивает, то это сравнимо с ударом пули. На первом этаже также представлены многочисленные выставки, среди которых выставки игровых автоматов. Андрей, здравствуйте. Вы из музея пинбола. Скажите, пожалуйста, что есть пинбол лично для вас? Лично для меня? Ну, пинбол – это винтажный аппарат в первую очередь, но на самом деле это аппарат, который сейчас довольно популярен. О нем довольно мало знают. И я как сотрудник музея пинбола приглашаю всех познакомиться побольше, узнать про этот аппарат. Пинбол – крутая вещь для меня. Как вы впервые столкнулись с пинболом? Это была какая-то виртуальная игра или же все-таки реальный аппарат? Я думаю, как и многие, я на Windows XP играл в Space Cadet. Я думаю, вы тоже.
Windows XP – это любовь и сама по себе, и за ее игры, за все эти возможности, которые она давала. Поискать это круто. Обозревая фестиваль, мы обнаружили вот такую необычную инсталляцию из мониторов. Светлана, расскажите, пожалуйста, что это за инсталляция и с чем она связана? Инсталляция связана с квестом. У нас есть, проходит квест. Каждый участник фестиваля может пройти его, посмотреть, поучаствовать в игровой зоне, поиграть в игровые автоматы, в настолки и так далее, получить, пройти задание, получить штампик с алфавитом, с буковками, собрать слово и получить в конце приз. Также разные квесты и задания расположены на втором этаже. Увлекательная форма подачи, поэтому надеюсь, что к вам наверняка придет много участников. А вот и подтверждение тому, что демодуляция – это то место, где ничего не чуждо даже самым разным героям. Ну и какой же городской фестиваль без вкусной, здоровой пищи? Давайте поподробнее расспрашиваем о ней. Святослава. Что для вас вкусная и здоровая пища в условиях большого города? Сначала здравствуйте, ребята. Русские, сербы, братья, навсегда. Есть и будет, это самое главное. Я работаю с этим, сам производил свое мясо, сам коптим, у меня коптильное, все. Все своим, слава Богу, руками, молитвой это сделаю, поэтому так и прикольно. Мы всегда с улыбкой встречаем своих. Так, сербская кухня очень богата и интересна. Есть суп, салатики, горячее мясо. Все, что у нас есть, просто мы встречаем люди, так и все, так идет, идет. Мы вот всегда здесь. Ваш подход поистине восхищает. Желаем вам побольше посетителей, а главное – благодарных.
Словом, демодуляция – это то место, где есть чем заняться, что вспомнить, что узнать, что выучить и где в целом отлично провести время одному или со знакомыми. Антициклон специально для видачества.